В Амурске стартовал 9-й городской чемпионат по мини-футболу на Кубок компании «Полиметалл». Традиционно он проводится во Дворце спорта на футбольной площадке детско-юношеской спортивной школы. В течение нескольких недель первенство разыгрывают команда Амурска и Комсомольска на Амуре. Турнир давно перешагнул границы Амурска. За заветный кубок соревнуются не только спортсмены-любители из нашего города, но и гости из Комсомольска на Амуре. Выросла популярность турнира и мастерство команд-участников. В этом году, по оценкам судей, 6 команд могут претендовать на главный приз соревнований. И спортсменам из АГМК придется всерьез побороться, чтобы подтвердить звание лучших, которые держатся за ними последние 5 лет. Команда ДДСК уже не первый год принимает участие в кубке. Поддержать футболистов приехала команда черлидеров из города Комсомольска на Амуре. Я участвую первый раз за команду ДДСК. Вот. Я знаю, что это очень сильный чемпионат, как бы славится сильными командами, поэтому я думаю, будет очень интересно игры. Право совершить первый символический удар по мячу представили капитану команды АГМК. В первой игре металлурги сошлись с новичком турнира «Фортуной-2», которая уступила прошлогоднему лидеру со счетом 2-7. Зрелищно, красиво и на эмоциях футболисты провели свой матч. Болельщики же поддерживали своих фаворитов. С каждым годом прибавляется количество зрителей на трибунах. В вечернее время здесь негде яблоку упасть. И это еще раз показывает, что этот турнир является объектом повышенного внимания со стороны любителей футбола. Следующий год будем отмечать юбилейный 10-й кубок «Полиметалла». Это говорит о том, что развитие и популяризация мини-футбола в Амурском муниципальном районе находится на очень высоком уровне. И большое внимание уделяется как компания «Полиметалл», так и администрация Амурского муниципального района для возможности заниматься данным видом спорта. Естественно, среди молодежи, потому что на сегодня мы тем самым вовлекаем молодежь к занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни. И вот эти все составляющие, они дают большой плюс к тому, чтобы данный турнир был на протяжении многих и многих лет. Турнир по мини-футболу, ставший уже традиционным, это еще один ценный вклад «Полиметалла» в развитие физической культуры Амурска и Амурского района. В этом году игры проходят в обновленном спортивном зале детско-юношеской спортивной школы, ремонт которого, включая замену покрытия, компания профинансировала в размере в почти 10 миллионов рублей. Мероприятие посвящено открытию 9-го турнира на Кубок «Полиметалла». Причем обращаю внимание, что происходит это в новом красивом зале с отличным паркетом, отвечающим всем самым высоким стандартам. И мне кажется, это подчеркивает значимость этого турнира. Турнир будет проходить до 8 декабря. Тогда-то мы и узнаем, кто же получит этот заветный кубок. Евгения Дудко, Игорь Демьяненко, телеканал «Амурск».